Сегодня я приготовлю ароматный, полезный, постный, вкусный, витаминный салат. Вот как он будет выглядеть в конечном результате. Здравствуйте! На улицу пришла весна, пост. Хочется, конечно, после зимы привести себя чуть-чуть в фигуру, бывшие осенние габариты. Поэтому сегодня буду делать салат. Салат простой. Ничего здесь такого изысканного нет. Вот у меня морковь, это у меня сельдерей почищенный, лук. Ну, лук, это я вам скажу по желанию. Кто хочет, кто не хочет, это так. Знаете как, вдруг кому-то с утра где-то надо бежать, поэтому... И редька. Редьку я вымачивала час в соленой воде. Но сейчас есть такие сорта, которые не горькие. Можно такой же купить сорт, то есть не надо будет ни вымачивать, ничего. Но то, чтобы эта горечь ушла, я вот ее вымачивала. Вот у меня есть мой помощник кухонный, который мне всегда помогает. Сейчас я буду измельчать это все. Вот у меня даже как раз, смотрите, вошла. Займемся тем, что я буду измельчать наши овощи. Овощи мы подготовили. Лук у меня мариновался. Щепотка соли, щепотка сахара, водичка. Он у меня отдал свою горечь. И уксуса чуть-чуть было здесь. Буквально 2 столовые ложки. Все, я отжимаю так его, ну не сильно, конечно. Добавляю в наши заранее подготовленные овощи. Так, все, это нам не нужно уже. Так, здесь у меня 4 столовых ложки растительного масла. Добавляю сюда французскую горчички. Ну, вот так вот щедро. Это столовая ложка. Ой, обманываю вас. Чай надо. Так. Купила соевый соус. Не знаю, вот сейчас вот проверим. Я покупала постоянно в стекле, а это купила в пластике. Приготовлен он, конечно, еще свежайше считается. Ну, то есть, 21.02.17 года. Вот такая этикеточка. Ни разу не брала, не знаю. Сейчас как раз и попробую. Продегустирую. Постоянно брала один и тот же. Уже как-то к нему привыкла. А это решила попробовать. Ну вот, сейчас я над тарелочкой. Я скажу вам честно, я всегда пробовала соус этот классический в бутылочке, в стекле. То есть разницы никакой. По вкусу все так же. Добавляем в наш маринадик 2 столовые ложки соуса. Сюда добавляю также уксуса. Точно так же добавляю, как и соевого соуса, 2 столовые. Достаточно. Сахар, чайная ложка сахара. Все хорошо перемешиваем. И пробуем на соль. Маринад вам должен самим нравиться на вкус. Если всего тут достаточно, поэтому, значит, соли не будем добавлять. Но сейчас я попробую. Я бы сказала, что сольки надо. Буквально где-то с пол чайной ложки. Я сюда добавлю. Ну или четвертая часть столовой. Так, перемешиваем. Все, пускай наш маринадик постоит. Тем временем я убираю лишние продукты, которые нам не нужны. Чтобы у нас был порядок.
приступаем к тому, что мы измельчим наши грецкие орехи. Вот я взяла кулечек. Вовнутрь так заброшу. Достаточно будет. Вот у меня скалочка такая. Нам не обязательно надо, чтобы здесь мука была. Просто придавливаем, измельчаем. Вот так достаточно будет. Вот у нас орешки наши. Высыпаем в нашу емкость. Удобно, хорошо. Мыть посуду не надо. Выбросили пакетик. И теперь отправляем в наши овощи подготовленный соус. Берем две большие ложки и перемешиваем. Вот у нас такой получается красивый салат. Он не только красивый, он еще и полезный. Не бойтесь редьки. Ну, конечно же, надо во всем знать меру. Ну, редьку можно кушать. Конечно же, по чуть-чуть, немного. То есть, если к паровой котлетке вот такой сделать салатик, это будет просто бомба. И дело в том, что вы раз потратитесь, время потратите свое, затратите, приготовите, сложите его в судочек и в холодильник. И у вас всегда под рукой будет салат. Полезный, без майонеза, вкусный. Все, перекладываем его в судочек и ставим это все в холодильник. А там уже в зависимости будем кушать, сколько нам понадобится. Так что приятного аппетита, пробуйте, делайте. Зелень здесь сверху еще не помешает. Так что я буду очень рада, если вам понравится. Приятного аппетита!